Если горожане готовились к праздничным мероприятиям по случаю Дня города, коммунальные службы заранее готовились к их последствиям. Ночью на 26 мая после салюта на городские улицы и проспекты вышли 250 человек и 35 единиц техники. До утра предстояло убрать всяческие напоминания о гуляниях. С улиц областного центра, по данным Управления благоустройства администрации города, к 5 часам утра было вывезено 150 кубометров мусора. В прошлом году с таким же количеством отходов праздника справились 165 человек.